Мне 81 год. У меня почти миллиард подданных. Я правлю уже 62 года, дольше, чем любой другой монарх в истории. Мы закончили? Мистер Карим, вы отправляетесь в Англию. Будете служить королеве, но ни при каких обстоятельствах вы не должны поднимать глаза на ее величество. В Индии опять голод, а в Ирландии беспорядки. Премьер-министр, вы, как всегда, с плохими вестями. Да. Десерт, Ваше Величество. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Вам нравится шотландская одежда? Очень колючая. В Шотландии все колючее. О чем они могут разговаривать? Что такое манго? Это королевский фрукт. Я бы хотела отведать манго. Они произрастают в Индии. Я императрица Индии. Потрудитесь доставить. А говорили, что она умирает. Никто не знает, каково быть королевой. Берти. Мама. Ты шпионил за мной? Я так одинока. Абдул, в чем смысл жизни? В служении, Ваше Величество. Желаю, чтобы мистер Абдул обучал меня. Но он индиец, Ваше Величество. А я королева Англии. И мои желания должны быть исполнены. Ты нарушил существующие правила. Мама, вы подрываете доверие к монархии. Премьер-министр. Ваше Величество. Вы откажетесь от этого индийского слуги, или нам придется объявить вас душевно больной. Я своенравная. Алчная, у меня скверный характер, и я чересчур люблю власть. За мной масса грехов, но только не безумие. Как ты смеешь презирать Абдула? Я королева Англии, императрица Индии, но прежде всего я слуга миллиарда своих подданных. Абдул возвысился благодаря своим достоинствам. Он был слугой, теперь он мой друг. Я много лет не была так счастлива. Виктория и Абдул. Подарок из Индии. Что это? Манго. Оно гнилое. Сэр Генри, манго гнилое?